Всем добрый день. Сегодня у нас в гостях Гариф Сергеевич. И я хотел задать ему несколько вопросов на тему семейной ипотеки. Вчера ВТБ сделал пресс-релиз о том, что ставка 5%. Хотел узнать подробности. Что это такое? Ставка 5%. Семейная ипотека. Мы действительно запустили со вчерашнего дня все эти условия. Любой может взять теперь по 5%? Или? Любой, кто с 1 января 2018 года родил второго, либо последующего ребенка. Ну, собственно, поэтому семейная ипотека и называется. Так, то есть, если у кого сейчас детей нету, надо успеть сначала одного родить, и потом хорошо. С учетом послания президента, с учетом всей демографической ситуации в стране, подобные меры очень правильные, наверное, для поддержания семей, для поддержания правильных ценностей. Ну и то, что можно до 30 лет держать такую уставку и приобретать новую квартиру. А вот на все объекты можно очень будет? Помогает. Или там, как, я чувствую, какое-то ограничение там есть. Вот чувствую прям. Правильно все, потому что пресс-релиз читали хорошо. Да, ограничения есть. Это распространяется на квартиры, купленные у юридического лица. Ну, как вы помните, у нас же есть еще посыл, что нужно строить больше и развивать строительный рынок. Поэтому мы в послание укладываемся великолепно. Так, хорошо. Как быстро рассмотрение ипотеки? Ну вот, допустим, я знаю, если в наш офис обратиться, компания «Этажи», то это буквально за там 6-8 часов происходит. Все достаточно быстро, и с каждым разом, с каждым там месяцем процедура упрощается, и по скорости в том числе преимущество есть. Сам по себе продукт новый, мы его хоть и инициировали, только сейчас начинаем запускать. Но действительно уже есть клиенты, которые подают заявки, уже есть клиенты, которые интересуются. Я думаю, что все могут в офисах «Этажей», в офисах ВТБ. Ограничения по возрасту можно узнать максимальные? Какие еще ограничения есть, которые важно вот нашим клиентам знать? Важно даже не ограничение по возрасту, потому что эта история индивидуально подбирается. А вот 20% первоначальный взнос и максимальная 20%. Сумма 6 миллионов рублей, наверное, все-таки здесь критично. Но все же давайте вспоминать, что это семейная ипотека, все-таки рождение второго, третьего или четвертого ребенка здесь критично. Хорошо. Хороший продукт. Я думаю, это отличная новость для всех. Надеемся, что это реально поможет еще большему количеству российских семей решить жилищные вопросы. Это очень важно. Супер. Спасибо, Гарри Сергеевич, что пришли. До связи.